Серега, потому что у тебя пены было много, потому что ты меня заставил ждать. Можно чуть попробовать? Вот. Сейчас добью, не переживай. Слушаю. Тост. Два. Добрались мы удачно. Нормально. План почти что выполнили по времени. Хотелось бы отметить, вот, Серега, я честно слово восхищался твоим героизмом. Это назвать по-другому нельзя никак. Такую бандуру тащить. 115 километров, Серега, это нормально, меня Андрюха подбадривал. Что, ну, 115 км сегодня? Ну, у меня так, да. Поэтому, 15, Серега, 20. Да, это подвиг. Так он же, это вот, аж из телецентра едет. Мы-то... Кто? Мы-то... Серега. Так я с ворот города прям. И сколько у тебя? Не знаю. У меня сотка вышла. 105. Короче, товарищи, за наши маленькие подвиги. У меня было подвиги, больше, чем у... Чтобы у нас были силы совершать и все такое. Давай. 120. Ну, давайте. Все, за удачу. Даже таможня нас пропустила без очереди почти что. Ретусник. Покажи, я рад, что у нас собралась такая компания узкая. Ретусь. Нет. Как раз. А что будешь пить? Но надо на чем-то работать, товарищи. Есть над чем работать. Есть 100%. Всегда есть над чем работать. Так даже над собой я тебе скажу. Над собой мы работаем. Вопрос в том, вот я знаю, что Серега любит чай.